Мама, мы что, первые пришли? Похоже, что да. Но ничего, они скоро придут. Смотри, как здесь классно. Вообще. Это правда. Мама, а как это дерево называется? Сыночек, это корабельная сосна. Раньше, в старинное время, из таких сосен делали большущие-большущие корабли. Это которые были с парусами? С парусами и мачтами. Большущие-большущие. Мама, когда я вырасту, я буду капитаном пиратского корабля. Ну вот когда вырастешь, а это надо хорошо учиться в школе, вот тогда и будешь капитаном пиратского корабля. Ну где же они есть? Ну так долго, время же идет. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. Давайте, Тюня. Ава. О, смотри, Валентина Ивановна нас уже ждет. О, да. Мама, мам, смотри, там Лиза и Дарина идут. Ну, наконец-то. Девочки, девочки, ну давайте быстрее уже. Ну, сколько можно ждать? Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что вы там принесли? Девчонки, ну кто берет круассаны на пикник? Ну вы вообще! Еще и сладкие палочки. Мы взяли то, что мы любим. А что, нужно было что-то другое брать? Ну, вообще-то я так и знала, что сладости, конечно, нужно берете. Я взяла и грибочки, и сосисочки. Так что у нас будет что покушать? Я даже палатку взяла. Валентина Ивановна, а где Рома? Опаздывают, как всегда. Понятно. Зря только бежали. Валентина Ивановна, я здесь! Нашелся пропажа. Давай быстрее, мы тебя ждем. Давай-давай, спускайся, Рома. Аккуратней, нас не сбей. Не бойся. Привет всем, здравствуйте, Валентина Ивановна. Привет, Рома. А где дрова? Я ж тебя просила дрова взять. Оттуда так дров много. Я вон мыльные пузыри взял, это же лучше. А сосиски ты на чем будешь жарить? На мыльных пузырях, да? Не беспокойся ты, тут здесь шишек, дров полно, пожарим мы твои сосиски. А пузыри тут для веселья, будет чем заняться. Ой, да ладно, давайте берите пакеты, вещи, смотрите, сколько у нас всего. Потому что уже вечереет, собрались поздно. Ну вот, я уже взял все, что могу. Ой, да нет, конечно. На, прямо понравилось. Давайте, пойдем. Смотрите, как классно. Да, вот. Ребята, мне кажется, здесь неплохое место для пикника. Да. Площадка ровная, как раз для палатки. И здесь будет место, чтобы пузыри пускать. Рома, успокойся ты со своими пузырями. Валентина Ивановна, а кто будет палатку собирать? Лизочка, если честно, палатка новая, я даже не знаю, как ее собирать. Может быть, Рома знает? Рома! Валентина Ивановна, а я не умею палатку ставить. Поэтому как-нибудь сами. Рома, знаешь, пузыри пузырями, но мы сюда приехали вообще-то на пикник. Так что давай, дрова не взял? Говорил, здесь много. Вот иди и собирай. Давай, давай. Девчонки, тогда палатку будете ставить вы, хорошо? А я буду готовить под пикник. Хорошо, нет проблем. Пошли сюда, мама. Да. Дарин, пошли сюда, да. Поставим палатку. Да, пошли. На место Ромы. Так. Открываем. Достаем. Данилька, положи вот сюда вот сумочку, пожалуйста, чтобы она нам не мешала. Спасибо. Ух ты, какие палочки. Так, открываем. Шести. А вам драники, помочь? Да? Нет. Так, это так. Вот надо оно мне дрова собирать, как будто делать нечего. Так, вот, все, я здесь наделала. Все, продеваю, все. Так, вот. Прикольно, я первый раз ставлю палатку. Я тоже первый раз. Я тоже. Так, сейчас, подожди, тут надо привязать еще. Смотри, тут надо на бантик привязать, видимо. Так, еще продеваем. Да. Хорошо, еще так, еще. Так. Думаю, все. Да, идеально. Так, и тут вот привязываем. Да. Думаю, этого хватит. Ну что, девчонки, у вас уже получается там? Да, Валентина Ивановна, мы уже заканчиваем. Привет, мама. Привет, Даниэлька.
Девчонки, классно получилось, вы молодцы. А где Рома? Долго нет уже. Рома, ты где? Я здесь, дрова собираю, уже иду. Ром, давай быстрее, уже темнеет. Вам чем-то помочь? Девчонки, одевайте грибочки и сосиски на шампур. Хорошо, конечно. Так, я пока сосисочки открою. Ой. Валентина Ивановна, смотри, сколько я дров принес. Ну, умничка, иди отложи туда дрова. Девочки, ну что сидим, одевайте грибочки, сосиски. Вау. Валентина Ивановна, отдайте мне, пожалуйста, мои пузыри, я же собрал дрова. Рома, иди лучше костер разводи, кушать хочется. Я свою работу сделал и хочу получить пузыри обратно. Рома, получишь свои пузыри тогда, когда мы с тобой разожжем костер. Понятно. Молодцы. Грибочки отдельно, сосиски отдельно. Угу. Одевай так, чтобы, смотри, расстояние было чуть-чуть, потому что я не разбухаю. Девчонки, вы одевайте, я Роме помогу. Хорошо. Так. Ну что ты здесь? Ха-ха-ха, мне ничего делать не надо. Готово. Давайте поджигать. Медуза. Гордит. Ну, отходите. Экстра. Ну что, девчонки, одели? О, костерчик уже горит. Мама, сосиски уже пожарились. Подожди чуть-чуть, еще не пожарилось. Скоро будут готовы. Рома, опускай вот сюда на палочку. Смотри, как хорошо. Мне кажется, у меня вообще-то уже готово. Как у вас? Не, у меня еще не полностью готово. Да, с одной стороны надо еще. Аккуратненько. Данилечка, можешь выходить, уже готово. Ура! Ну все, все уже готово. Давайте уже садиться. Давайте вот сюда. Ну что, Валентина, можно уже есть? Ну конечно, уже можно начинать. Берите хлебушек. Так, хлебушек. Спасибо. Аккуратно. Горяченькие? Да, давай аккуратненько. Так, раз. Ага. Милька, держи. Какие они красивые сосиски. Ну пробуйте, как получилось. Дымком всегда вкуснее. Ай, класс. Ну как? Вкуснятина. Вкуснятина. Рома, что ты там увидел? Да не, ничего, показалось. Валентина Ивановна, а тут вообще водятся волки? Да какие волки? Здесь даже зайчика ни одного нету. А, это хорошо. Валентина Ивановна, скажи, что здесь зайчиков нету, а лисицы есть, а то там сзади кто-то бегал. Рома, ты давай кушай и меньше крути головой. Thank you.
что, ребятки, вы наелись? Я нет. Кто бы сомневался. Лично я, Валентина Ивановна, наелась. Я тоже. Ну хорошо, девочки, хоть вы наелись. Сыночек, а ты наелся? Ну, на нет и сюда нет. Давайте собирать вещички и перебираться уже будем в палатку, потому что комары уже кусаются. А что там за шорох такой в палатке? У нас вроде бы все на месте? Да. Да. Да.